диджей Айван Гоу, завершая очередной час на Европе Плюс. Это была история in my mind. Я сейчас впервые в своей жизни напишу объяснительную в прямом эфире. Завтра буду отсутствовать по уважительной причине. Сори. Прощаюсь до следующих выходных. Вам классного уикенда. Женя Мазаев. Это тот человек, которого мы приветствуем. И именно с ним остаемся на ближайшие часы здесь, на Европе Плюс. Пока. Пошел. Тихо, надо, вардинюсь. Долбоёб. Это женщина за рулем, блядь. Женщина? Да. Так она что, ёбнута, что ли, блядь? Так, 112, вызывай. Что там, скорую, наверное? Да. Зачем ты позвонила мне, родная, в момент, когда я из последних сил в оранжерее, розы обрывая, молился, чтоб никто не попалил? Охраны будка, высится громоздко и тишина, лишь тихий шорох лип. И вдруг звонок. Родная, это жестко. К чертям все розы, кажется, прилип. Собака. Конечно, интересно. А кто вызывал? Здравствуйте. Вам уже в ГУВД приезжал, правильно? Да, по вызову. Да. А зачем нам звонили? Нам зачем звонили? Девушка звонила какая-то. Какая девушка тут звонила? А, отсюда? Алина, а может быть? Нет, нам вот только группу нужно. Зафиксировать факт. ГАИ, привет. ГАИ приезжал, уже уехал. Сейчас освободится машина, еще раз подъедет. Да. ГАИшная будет составляться? Ну, конечно. Дорожная же.